вкратце ваши комментарии по сегодняшней игре. Хорошая игра, боевая. Много удалений было с нашей стороны, да. Так не должно быть, должна быть дисциплина. Немного упустили игру во втором периоде, нахватали ненужные глупые удаления. Да, ну хорошо, что выстрелили, ну не все, но выстрелили большинство соперника. А третий период как бы довели дело до победы. Эта магнитка была чем-то похожа на Разинскую Северсталь? Да, как бы одна тактика, по-моему, все равно это наигрывает то, что было в Северстале. Металлург сегодня был довольно хорош в перехватах. Как это влияло на игру? Ну, они старались действовать активно на всей площадке, да, и как бы у нас, как сказать, брак в передачах в некоторых моментах был, и вот оттуда и перехваты соперника. Что, по свою шайбу скажете? Ну, хороший момент, да, и брос Сучков просто накатил мне, мне оставалось бросить и попасть. Вратарь не видел момент броска, и он был закрыт. Здорово, что попал. Многие с интересом смотрят на ваше возвращение в Салават спустя 8 лет. Как вы за это время изменились как игрок? На какие роли вы теперь приходите? Тогда вы только-только в основу вошли. Да, я тогда был молодой еще. Ну, еще. Молодой, ничего. Молодой, неопытный. Ну, сейчас то ну, все-таки 30 лет, ну, и я еще молодой и перспективный. Да нет, как бы у меня, можно сказать, роль игрока меньшинства, да, ловить шайбу на себя. Это у меня уже, наверное, в крови ловить шайбу. Семейная. Да, семейная, да. Но голы я тоже люблю забирать. Ваш брат смотрел «Драку с пакетом»? Не знаю, он мне ничего не писал. Не знаю. Надо скинуть все-таки одноклубник по темпе. Надо поговорить с ним, может быть, скажет. Да, может, посоветует на следующую драку что-нибудь. Как надо восстанавливаться сейчас, когда за 4 дня 3 игры? Питание, сон. Все. Основа. Восстановление вот этого. Юр, ну ты что не скажешь, что я? В эмоциональном плане насколько приятно после стольких лет вернуться в Уфу и забросить шайбу весьма быстро? Я сегодня был очень рад. Как бы, да. Я, можно сказать, не так часто забивал в предыдущие сезоны, да, но сегодня. Да, я испытал кайф. Ну, и тем более арена, я так понимаю, очень по-любимому, так скажем так, очень довольна была, что вы именно забросили еще и первую шайбу в матче, всех так с ног, на ноги всех подняли. Вот, вы воодушевляете такие моменты? Конечно. Наверное, они узнали, кто я такой. Они в той еще игре фамилию скандировали после драки. Да, я слышал. Было классно. Спасибо им. Да, спасибо болельщикам, да, сегодня классная поддержка. В Уфе всегда любит хоккей. Это хоккейная республика, да, и спасибо, что на каждый матч приходит столько народа и поддерживает, и болеет за нас. Драка с «Динамо», гол сегодня. Что дальше с «Атомбирсом»? Это будет ваша бывшая команда. Что готовите? Победа. Передача осталась для Хатрика Гордюка, такого растянутого. Оттянутый, да? Нужна победа в следующем матче.